«Жизнь» с Валерием Панюшкиным. Школа для детей с проблемами развития «Вверх» располагается в Англиканском соборе Святого Андрея. Почему-то англиканскому пастору есть дело до того, получают ли образование русские дети. Я хочу вас поздравить с окончанием еще одного учебного года. Года очень непростого для нас. Вы знаете, что этот учебный год мы впервые начали с названия «Вверх». И это первый год работы, окончание первого года работы Центра равных возможностей «Вверх». Об итогах года мы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас же я попрошу и по традиции предоставлю слово отцу Саймону и отцу Тру. Пожалуйста. Вы думаете, отец Саймон миссионерствует? И под предлогом образования насаждает тут свою англиканскую веру? Ничего подобного. Он считает русских детей православными по рождению. И поэтому приглашает к себе в англиканский собор православного священника, чтобы тот рассказывал детям о Боге по-православному и молился с детьми православными молитвами. They have achieved much. Вы очень многого достигли. You can, if you wish, touch the stars. Что вы можете, если пожелаете, дотронуться до звезд. If you wish to become the next president of Russia. Если кто-то из вас желает стать следующим президентом России. Okay, get on with it. Вперед. And somebody said to me yesterday, was it possible for a woman to become the president of Russia? И кто-то сказал отцу Саймону, что для женщины, в общем, будет практически невозможно стать президентом России. And I said, under God's will, anything is possible. Отец Саймон ответил, что по воле Божьей все возможно. So, congratulations to all of you. Поздравления всем вам. В этом есть очаровательная, трогательная деликатность. Пожелать всем, и нам, и вам, вот этого постоянного движения веры. Никогда не останавливаться и не скатываться вниз. И нам хочется, чтобы и этот большой мир стал бы для вас вашим, вашим домом. Чтобы вы могли пользоваться, могли его перестраивать, преобразовывать. Чтобы вы могли жить в этом мире. И для того, чтобы он уже не был чужим. Но для этого нужно сделать очень много шагов. Нужно много знать и много уметь. «Жизнь» с Валерием Панюшкиным. Телеканал для тех, кому не наплевать.